Всем привет! У микрофона Веля! Ребятушки, как вы знаете, совсем недавно я вступил в киберспортивную команду Saints. И вот как бы новенький состав вместе со мной, да. И самое время играть праки, самое время практиковаться. Ведь как бы, ну, состав Saints изменился, собственно, да. И, как говорится, если тебе нужны праки, если тебе нужен киберспортивный опыт, залетай на Фотрум, как мне говорили. И вот мы с Saints залетаем на Фотрум, собственно, я себе это все дело установил, залогинился, все прекрасно. Да, я играю на айпаде. Это тебе не эмуляторы, все, как говорится, по киберспортивным правилам. Девайсик есть. Отлично, Фотрум, давай посмотрим, что у нас здесь за приложение такое интересное. В общем, Фотрум — это фейсит такой, да, как бы интересный по стандоу. Здесь свой ММР, здесь все свои, как говорится, статистика. Вот мой аккаунт, кстати, ребятушки, добавляйтесь, друзья. Если что, Фотрум по ссылочке в описании, доступен в Google Play и App Store. Скачивай, играй и набирайся опыта. Ну и в друзья добавляй Веля Юти, всех буду принимать. И еще давайте, не знаю, разыграю скинчиков голды, потому что если вы как бы идете в киберспорт, то нужно обязательно светить своими классными скинами. Хорошо, значит, что у нас здесь? И так, друзья, безопасность редактор профиля, собственно, левел, почасовка, ММР свой здесь все есть. Дальше здесь у нас что? Батл пассик, кстати, надо будет мне батл пассик купить, нифига себе, здесь какие есть рамки, медалечки и так далее. Это что-то связано с турнирами, история матча я вижу, что это получается пролига, кстати. Фотрум проводит постоянно свои турниры, там очень много там всяких призовых фондов и так далее. Юзайте, участвуйте и лутайте, как говорится, призовые. Это очень приятно, так сказать, да? И вообще Фотрум развивает киберспорт, если что, как бы, да, ну, типа, это один из самых лучших фейсетов по Stand of 2, вот. И, собственно, ребята запариваются. А еще у них, кстати, в 17-18 февраля, кстати, будет шоу-матч, поэтому тоже, ну, ты понимаешь, врываются пацаны. Ну, 2023 год просто разносным для киберспорта, ты это понимаешь, поэтому тебе нужно врываться в киберспорт. Вот, и если что, а, кстати, да, мне же слили дизайн турниров, у Фотрума же будет лютейшее, огромное обновление вместе с, как говорится, с туриками, турики, и, ребята, катать надо это все, сливаю дизайн турниров, бам, вот это, значит, красота будет вас ждать. Ну, а мы с команды Saints пойдем играть первые праки. С тебя лайк, подписка на канал с колокольчиком, плюс комментарий, скачивай Фотрум, добавляй меня в друзья. А мы погнали! Ну что, ребятушки, вот мы в составе Saints. С нами сегодня Star Fox, Джентльмен, Дезерв, Сид. И сейчас будет первая наша каточка. Первый наш, так сказать, прак на Фотруме. Потому что здесь киберспортсмены играют лютые. Ну что, Джен, давай. Ты капитан команды. Какая у меня роль? Я капитан команды. Братик, твоя роль — это мотиватор. Ты нас должен мотивировать, орать. Парни собрались, парни затащили, парни показали. Сказали, кто тут Saints. И все. Ну, а... О, каточка нашлась быстренько. Я, да, если что, ребятушки, играю с айпада. Все как в киберспорте Stand of 2. Все правильно, не через эмулятор. Ну и что, ребятушки, давайте сейчас узнаем, какую мы будем карту банить, получается, и какая карта у нас будет. Баним сразу раз, пацаны, карта баним говна. Сразу раз, мне кажется, да. Потому что мы перед записью сыграли одну каточку, как говорится, чисто, типа, разминочную. Потому что, ну, нельзя же так на холодную залетать, понимаешь? Нужно размяться, все дела. Итак, наша команда — контртеррористы. Хорошо, мы начинаем с этой баним стороны. Баним раст. Вот, я очень надеюсь на Sandstone сейчас. Либо правее. Нет, да, надо Sand. Надо Sand по-любому. О, все, Sandstone. Все, это отлично. Это победа за нами. Ну, это легкие типы. Я думаю, мы быстро их закроем. Там 10-0, фулл почечь. Просто вынесем, покажем Saints. Ну что, ребятушки, собрались мы, значит, все в лобби. Все прекрасно, все супер. Значит, да, у нас карта Sandstone. Вот эти вот ребята с нами играют. Так, ну и что, Джент, собственно, как ты думаешь, ты уже посмотрел на ребят, на противников? Я посмотрел и сделал вывод. Мы проиграем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, друзья. Да ладно, выиграем. Да нет, выиграем. Так, ребятушки, если что... кто это вообще? Сразу скажу. Ссылочки на ребят в описании, на моих тиммейтов, на моих соклановцев. И ссылочка на Фотрум также в описании. Играйте, качайте свой скилл, апайте ММР и всякие различные, так сказать, призовые лутайте. Это обязательно. Да. Ну что, Дезерв, погнали? Давай, let's go, карта Sandstone. Полетели! Ну что ж, друзья, мы уже в игре. Отлично, что закупаем и куда я иду? Я иду. Смотри, Веля, брат, ты идешь... Подожди, а мы, я даже не знаю расстановку. Давай под Б, давай я под Б иду. Дом, дядь, я просто очень много играю дуэли, у меня Б и Тёмка прям отлично отыгрывается.
А, фул гранаты закидывают на плен, дядь. Не, парни, ну, вы там принимайте, я... А, зашли Б уже? Да, уже фул Б зашли, мне кажется. А, нет, стоп, нет, не фул. Хорош. Еще дом. А, пачка на А ушла вообще? Просто отходили из дома. Окей. Ну ничего страшного, мужики. Я не понял вообще! Так, мы эко играем сейчас. Блин, они какие-то странные. Давай эко. Как говорится, первый блин комом. Очень важно, когда ты играешь в киберспортивные каточки, не падай духом. Да, мужики? Мы вообще собраны максимум. Да, мужики, мы конечно собраны максимально сейчас. Другому быть не может. Конечно, все, давайте покажем, как говорится. Первый раунд им отдали, они такие, ну все, изи, эти сейнс, типа вообще изи. А сейчас мы им покажем. Окей. Итак, обзор граффити киберспортсменов. Пуша мака, ладно. Я второй вход буду пикать, И кто-то под Б идет. Так, мы, получается, фул рашима, понял. Фул рашима, но втроем, блин. Опа, слепо. Втроем я второй вход пикаю. Минус 61. Рядом. Меня здесь застреляли. НТ. НТ, брат, НТ. Так, хорошо, следующий раунд. Какой у нас, какая у нас тактика? И вот он. Вадим, ну иди тогда под Б. Дима, иди под А. Хороший игрок должен играть и на А, и на Б. Убил. Еще дом. Да. Так, хае в ребрах улетело. Три хае прилетело. А, нет, один пальма. На балконе есть. Я колонны под. А, в чемке. Молодец. Переход, может быть. Просто там мед, вроде в первом ходу мед может чисто быть чел аккуратный. Я точно не знаю, может. Димаш, дай на тебя бусы. Ладно, пушим мид. Все, начинаем их пожимать. Все, бомба есть. Том и Том. Найс. Ну все, ластовые, молодцы, парни, молодцы. Найс. Let's go. Давай, Сереж, пошли податься, давай. Пойдем. Где фонтан флешку накинешь? Готов. Кидай. Дал. Пуш фонтан. Ну я не знаю, минус 91, как он меня фулшот убил? Так, это фул уверенность, что это А? А, все понял. Вышли что ли? Нет, еще. Выпрыгивать сейчас будут. Выпрыгнули. Да не вышли, А, сейвим пушки? Maybe сейвим? Нет! Ну а нет. Хороший. Апсы один. Апы. Я не спрыгну второй вход. У тебя в окна чел. Живи, да. Минус 28. Лучший. Под девяткой. О, найс! Успел! Жестко. Хорош! Успел или нет? Успел! Успел! Да, успел. Успел. Хорош. Слушай, минус очень 6. Классно отыграл. Прям вообще имба. Этот парень дает. Я думаю, нужно подписаться на его пейдж. Явно, чуваки. Все ссылочки в описании на молодых. Сереж, стань хедшот, я окно пропушу. Ну, контер просто, стань в пиксель. Контер, запрыгни в пиксель, стань, я подпушу окно. Лонг. Лонг, лонг Б. Я отойду. Один зиг лонг был. А, у нас есть зиг. На фонарь может пойти. А, первый ход зашел. Тёмка. Подожди, возьмите Тёмку именно с зиги, я на четверку. Да, Тёмка. А, лестница на лонгу. Один пода у меня. Минус. А, окей. Минус. Вылетели. Хорош. Еще один дом. Пачка дом. Да, флэш. А, я лучше. Ласт сайд Б, сайд Б. Был. Умничка! Сергей! Красавчик! Спасибо, гайд, спасибо. Ну, я думаю, ты тоже заслужил подписку. Тут джент рекламирует своих ребят. Дай дроп, Сеня. Сеня. Да. Так, давай флэш фонтан накинешь сейчас. Давай. На Б нету, никого вообще на Б нет. Дал. Я его дал. А я и ухожу. Двое подай минимум. Я смог не сдаю на песке. Хорошо. Капсы. И еще один апсы. Еще два, еще два. С петухом. Окно. Ушел с окон. Ай-яй-яй, фонтан возле фонтана. Но похоже они, они стягиваются, похоже. B. It's B, man. Это B. B. Это B, Дим. Они, видимо, через мид прошли. Там кто ж чист. Я выхожу. Подобумай. Найс. Как? Откуда инфа, бро? Откуда инфа, бро? Скачал читики, пока был. Осуждаю, дядь. Осуждаю. Осуждаю. Да. Сеня там дроп.
Ты скачал скилл, бро. Ты скачал прямые руки, брат. Ну, такой скилл, ну... Ладно. Не, ну это Saints, что вы хотели, ребята, это Saints. Да, мы даем, ну там, ссылку на скачку скилла. Но это только в Saints так работает. Допрыгнули. 2-2. Ладно, шутка. Все, давай, я дам флешон, да? Да, мы... Убил колонны. Два колонны еще! Боже, что вы делаете там? Радио, радио. Дал хае ему. Come on! Let's get it! Вы просто их всех взяли и забрали? Да, мы просто их-то выиграли. Как бы там никакой даже перестрелки не было по-любому. За секунду разобрали, хорошо. Не, ну дядь, да, ну это имба. Давай. Б, есть, хейдер. Забрал, на миду. Найс, умница. Лонг, 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 лонг. Помню двоих, мид. Один лонг. Пачка возле дома, на рынке. Бил. Без шанс. Дал хейдом. Ну нет, давай, мой чел! Лучшие! Да мы их просто как семечки щелкаем! Да они вообще легкие какие-то, кому братик. Кому дать калаш, парни? Кому дать калаш? Бегасик, посмотри, что у меня в руках. Че у тебя в руках? О, дядя, это спортик. Трой лоб, двое лоб, построка большая. Я одного забрал, и меня разменяли. Дал флеш сайт. Под апсами, под апсами. О! Сайт пикает. Сзади еще на фонтане. Лучший. Плохо бы убили. Он maybe не добежит. Низ. А нет, сзади. О боже, что? Let's go. Дядь, это 7-2 сейчас. Теперь он заслужил подписку на свой пейдж. Нет, на меня просто не подписываться, друзья. Я никому все равно не нужен. А вот пацаны перспективные, их надо запоминать, их никнеймы. Нормально. Так, ну ничего, у меня счет 1-6. Джент, как я играю? Как я играю, скажи. Ну, пока не влился просто в коллектив, то есть надо поиграть там пару недель и все. Все, хорошо. Ну да. Хайтап. Может, уйдем? Три хайтапа. О! По мне это все дало! Лучше. Четверка. Еще два сайта. Сайт. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Еще сайт есть. Уйди, уйди. Абу-абу. Найс. Проходи, лов ребра, лов ребра. Ну это вообще не точно. Найс. Убил. Да, два лоу, я хаешкой взорвал. Я испугался, он мест, наверное, он, наверное... Велясик, надо подсобраться тебе. Надо подсобраться, надо дать еще как минимум один килл, согласен с тобой полностью. Не, можем посливать раунды, чтобы... Не-не-не-не-не-не, какой посливать раунды, вы че? Мид. Один апсе, 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 апсе. Не-не, МПшку в тем. Меня почти убили, но я выжил. Сейчас, брат, подожди, подожди. Забрал первого. А, трое на лестнице, а, трое на респе, на треспе. Как меня взорвали вообще? 75 овцы. КТ. Найс. Потом, потом и тёмку. Минус 50, правда. Ой-ой-ой-ой. Сори, зик. Двое зик. О! Минус 50. Глаз там же. Дефнул. А, задефнул. Ну окей, НТ, НТ, брат. Да, сори, я тоже хрень сделал, хотел его выбить. Нет. Бывает, ничего страшного. Найс трай, друзья. Веля, давай мотивацию. В общем, пацаны, красивую игру показывайте. Нужно всего лишь немножечко дожать, чуть-чуть совсем. Давайте, Раша, я флешку вам накину, возьмите так, пачку. Так, у нас опять эко, я вели. Возьмите пачку, я вам флешку буду накидывать. Молодец. Я, все, я у меня пачку на ты наш бомбоносец снова в команде, у тебя новая роль. Под окнами. Мне кажется, Сид хорошо с этой ролью справился. Давай, пушьте, пушьте, дал флешсайд. Колено. Прям летим? Вам надо не низ, колено убил. Молодцы. Что найс. Там, игроки? Минус 45 на лангу. Дайте флеш. Давайте я под кишку просто. А мне кран сидит назад. Меня как-то убили! НТ. Ну, минус 20. Лонг, лонг. Лучший! Что ты сказал? Что нужно им делать? Я сказал, молодцы, лежать. Лежать, он сказал, лежать.
Так, мейн снайпер взял Алик. Ну я, точнее. Давайте maybe B залетаем. Да я мид, ты че? Я верх взял, короче. Я в сайт пробежал. В сайту прямо. Взял холм, пробил кейсы. Четверку. Чекаю. Ой, почти попал. Забрал. Спина. Сайтуешь. Кейсы минус. Убил спину. 10 хп кейсы. 86. Убил. Найс, хорош, Тём. Это было неплохо. Алсай, иди. Ребра, ребра. Хорош! Найс. Найс, мужики лучшие. Показал, кто тут снайпер. О, 3-9, неплохо сыграл, кстати. Была. Скриним. Легкая была, легкая. Скриним, была. Пацаны, и отправляем сейчас результат на форум. Все, скринил. Good job. Ну что, ребятушки, вот так вот мы отыграли мой первый праг в Saints. Мы играли на Фотрум. Сделали супер красиво. Спасибо большое, ребята. See, Deserve, Gentleman, Star Fox. Спасибо большое. Кстати, Фотрум — это супер площадочка для того, чтобы ты поднимал свой скилл, ММРчик и еще призовые. Врубайся в киберспорт, залетай в киберспорт с Фотрумом в 2023 году, братик. Давай ты это сможешь сделать, ссылочка тебя ждет в описании. Ну а у микрофона был Веля, со мной сегодня Джентльмен, Star Fox, Deserve, Seed. Все ссылочки, ребят, в описании, ребятушки. Спасибо большое за просмотр, всем удачи и пока! Все хорошо.